Семинар, посвященный повышению экологической грамотности населения, прошел в городском округе Люберцы. Главной темой собрания стало обращение с отходами. Участники форума обсудили вопросы, связанные с раздельным сбором мусора, а также прошли тест на знания в этой области. С тех пор, как в Подмосковье стартовала мусорная реформа, представители общественного контроля в сфере обращения с ТКО ведут мониторинг во всех городских округах и встречаются с жителями для разъяснительных бесед. По словам экспертов, за почти 2 года в регионе наблюдается положительная динамика. Мы видим большое количество отзывов о том, что система начала работать. Мы как общественный контроль проверяем контейнерные площадки на наличие в синих контейнерах именно морфологический состав отходов. Я лично сама проехала более 5000 контейнерных площадок по Московской области. Ни в одном синем контейнере не было бытового мусора. Это очень радует. На этот раз очередь дошла и до Люберец. Городской округ стал 26-м муниципалитетом, где прошел подобный семинар. На встрече не только подвели предварительные итоги масштабной реформы, но и обсудили ряд проблемных вопросов. Например, несанкционированные сбросы отходов. Проблема сброса мусора, твердых коммунальных отходов, строительных отходов на территории вообще Московской области имеет место быть. Мы проводим засады и такие факты стараемся пресечь. Наказываем, привлекаем к ответственности. Несанкционированный сброс отходов может обойтись до 200 тысяч рублей. Это в случае, если закон нарушит юридическое лицо. Штраф для физических лиц за выброс мусора в неположенных местах составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.